экономические санкции против руководства нашего, да, конечно же, людям, которые имели деньги за границей, это удар по кошельку. Но, насколько я знаю, большинство людей, поскольку у нас запрещено это законодательно, иметь счета и недвижимость за границей государственным чиновникам, в общем-то, от нее уже освободились, а те, кто не освободились, ушли из государственной службы. Поэтому госчиновники, ну ничего, поотдыхают в России, в Крыму, в конце концов. У нас прекрасное место есть. Теперь это Крым, у нас есть Сибирь, это Валдай, это прекрасные места для отдыха. Да и, в общем-то, я не думаю, что наши чиновники много там за границей отдыхают. Это первое. Второе, если говорить о простых людях, то вот эти ограничения, ну, я пока что их не чувствую. У меня вот поездка в Прибалтику намечена, и никаких проблем с визами у меня нет, никаких. Я обычный, простой гражданин Российской Федерации. Поэтому, ну, это смешные какие-то меры, если говорить о серьезных вещах, да. Или просто типа заявление, вот мы вас ограничили, и более ничего.